Добрый вечер всем. Скажите, меня слышно? Видно, слышно? Сейчас поправлю прическу. Девочки и мальчики, слышно ли меня? Видно ли меня? Напишите, пожалуйста. Напишите. Хорошо. Сейчас будем кривляться, как сказала одна дамочка. Я не люблю кривляться на камеру. Вот так вот. Когда я начала рассказывать о том, что эксперту стоит показывать себя на камеру, она сказала, что это кривляние. С экспертностью у нее не связывается выступление по видео. Итак, мы начинаем наш сегодняшний вебинар. Этот вебинар, здравствуйте, я также провожу прямой эфир в Инстаграм, что рекомендую делать каждому, кто проводит вебинар. И сегодняшняя тема, это та тема, о которой меня просили очень многие. Просили рассказать нашу историю успеха. Историю успеха в бизнесе, история успеха в жизни. Как мы катились и от директора до ведущего бриллианта в нашей компании докатились за один год. Я думаю, что эта тема будет интересна не только партнерам нашей компании, потому что это, в принципе, история, которая может произойти в любой компании с любым человеком, если он только этого захочет. Смотреть можете где угодно, можете в прямом эфире, но просто вебинар лучше смотреть, так как он сопровождается яркими, красочными слайдами. А многие у нас визуалы и любят смотреть не на мою кривляющуюся мордочку, а на слайдики лучше посмотреть. Поэтому выбирайте сами. За кривляние платят хорошо, если кривляться умело, и при этом еще чтобы ваш ротик произносил мудрые, грамотные вещи, которые действительно работают, а не просто нести абы что, как это делают многие эксперты. Так вот, меня зовут Елена Коваленко, моего мужа зовут Владимир Коваленко, нашу дочь зовут Вероника Коваленко, и сейчас я в положении, то есть скоро у нас будет еще четвертый член семьи Коваленко. Кошку нашу мы не считаем, хотя тоже можно ее посчитать. Мы обычная классическая семья с обычными родителями советских времен, которые трудились всю жизнь на государство и, наверное, до сих пор даже не понимают, что такое свой собственный бизнес. И поэтому мы к этому пришли сами. В свое время мы пришли к тому, что пора, наверное, как-то переставать работать на дядю, на тетю, на кого-то еще и свой собственный бизнес открывать. Это наш второй опыт в предпринимательстве, потому что у нас еще есть первый бизнес, который, ну, наверное, не такой успешный, как этот, да. Этот во многом успешнее, поэтому я еще раз хочу повторить, что для нас MLM-бизнес – это такое открытие, которое действительно показало, что можно кайфовать, строя бизнес, не просто напрягаясь, там, идти на какую-то ненавистную работу, в какой-то офис или еще куда-то, а можно кайфовать по жизни. Так вот, мы являемся на данный момент ведущими бриллиантовыми директорами компании BOC, топ-1 компании BOC, и уже в открытом статусе премиум бриллиантовые директора. До конца года мы его закроем. Обещаю. Посмотрите. И рассказываю я нашу историю. Очень многие не верят, что за такой короткий срок мы вышли на такой результат. Но я хочу показать вот здесь чек. Чек покажу сейчас. Сниму телефон. Прямой эфир. Да? Смотрите, вот это наш бонусный счет, это счет, на который приходит зарплата в нашей компании, и
В январе 2017 года наша зарплата была 17 828 рублей. Мы были директорами в компании. Да? Теперь давайте я вам покажу вот такой момент нашего роста. Это все вытяжки из личного кабинета, но Photoshop не используем в данных ситуациях. Июль 2017 – директор. Август 2017 – золотой. 4 месяца мы золотые, платиновый, сапфировый. Быстренько бриллиантовый. И вот август 2018 – ведущий бриллиантовый. То есть август 2017 мы только закрыли золотого. Август 2018 – ведущий бриллиантовый директор. За один год со ступеньки директор мы перескочили на ведущего бриллиантового директора. И наш чек за август составил 700 к этой сумме. 230 тысяч – это премия профессионал. Тоже есть такая премия у нас в компании, кто о ней не знает, зайдите в личный кабинет, почитайте в маркетинг-плане. Очень крутая премия, которая нам очень кстати. То есть мы получаем в этом месяце 730 тысяч рублей плюс еще 230. Итого 960 тысяч рублей, то есть почти мы получили миллион за один месяц. Ну, надеюсь, что... Да, помните, да, что в прошлом году... Чуть-чуть больше, полтора года назад мы получили 17 тысяч в месяц. Есть разница. И каждому из вас желаю такого заработка. Так вот, как и что произошло? В 2015 году в марте мы зарегистрировались в компании BOC. Это был для нас первый опыт. Мы вообще не понимали, что такое MLM и вообще с чем его едят. Мы думали, что здесь надо что-то продавать, ходить к каталогам. Что мы и делали. Думаем, ну попробуем. Открыли магазинчик. Благо в BOC... Можно развивать свой линейный бизнес, открывать представительства, эко-магазины в своих городах, да, если кому-то это нравится. Что мы и сделали, в принципе. И больше сделали упор не на сетевой бизнес, а именно на линейный здесь. Мы вышли на уровень вице-директор за 3 месяца, открыли первое бюро. И на первой ассамблее уже в 2016 году вот нас чествовали как директоров. А здесь на этой фотографии я со своими спонсорами, Мариной Соколенко и Элизарой Меметовой. Благодаря им наш запуск, наш старт был в этой компании. Нам вручили 3 диплома за открытие города. 2 города мы открыли, сделали представительство в 2 городах и закрыли статус директор. Вот это были наши достижения. Ну и что вы думаете? Мы засели в своих бюро, у нас так называются, представительства, да, эко-магазины, как угодно. И начали просто заниматься линейным бизнесом. То есть уровень директора у нас в течение 2 лет подтверждался, но мы не росли. Да, потому что мы не могли понять, что вообще здесь надо делать, что происходит. Куда мы попали? Продаем мы какую-то косметику, да, сидим в магазине и так далее и тому подобное. И тут пришла идея о том, что все-таки мы пришли в сетевую компанию. Это компания, которая, это бизнес, который дает огромные результаты. И в итоге мы стали анализировать, как же воспользоваться возможностью построить здесь крутой бизнес, именно бизнес MLM. И мы поняли, что существует одна простая истина. Ты выбираешь то, что дает тебе рынок, или то, что тебе надо. Мы поняли, что сейчас надо проанализировать, что в тренде, каким образом можно стать здесь кем-то, выйти на хороший результат. И мы поняли, что, конечно же, это онлайн-система. Да, конечно, на земле открывать магазины, общаться с людьми, встречи, все это прекрасно, шикарно работает. Но это сужает твой круг. А вот интернет это дает тебе то, благодаря чему ты можешь искать людей в разных регионах, обучать их, да, грубо говоря, давать им франшизу,
благодаря которой они выходят на уровни, а ты получаешь с этого процент. Что мы и выбрали. То есть мы выбрали не один город, а мы выбрали весь мир, скажем так. И благодаря именно онлайн-системе мы поняли, что можно людей в различных регионах знакомить с бизнесом и приглашать к себе. А они уже у себя на местах будут создавать глобальные такие точки бизнеса. Вот таким вот образом мы выбрали работать. Итак, чтобы расти, нужно развиваться. Что же такое рост? Рост равно развитие. Итак, каким образом надо расти? Сейчас я вам открою такие секреты, они вроде как бы и элементарные, но многие почему-то им не действуют, из-за этого не растут в своем бизнесе. Это касается любого вида бизнеса на самом деле. Но мы говорим сейчас об MLM-бизнесе. Итак, что же нужно делать, чтобы расти и развиваться? Первое, надо делать то, что ты не делал раньше. Выходить из зоны комфорта. Искать новые методики, которые сейчас работают. Все новое дает тебе движение. То есть, если ты, например, будешь делать всегда только то, что ты делал до этого, не внедряя новые технологии, то ты расти не будешь, и у тебя ничего, естественно, не получится. Запомните этот первый секрет, который я вам обещала открыть. Второй секрет. Нужно заходить на рынок с позиции решить проблему клиента. Очень часто мы даем людям то, что им на самом деле не нужно. Он говорит, да я хочу вот это, я хочу там, допустим, красную помаду. Ну, это фигурально, да, мы не говорим сейчас про помаду, мы говорим про другие моменты, про бизнес. А ты говоришь, да нет, давай я тебе розовую подарю. Он говорит, ну ты услышь меня, я хочу красную, да? У кого такое было, что приходишь в магазин и говоришь, я хочу черное платье, тебе начинают сувать, там, например, зеленое. Говорит, ну, вот оно классное, только пришло. Но ты говоришь, понимаете, меня слышите, мне надо, ну, на какой-то случай, да, особый. Чуть не сказала похороны, не надо такое говорить. Мне надо на особый случай черное платье. А тебе говорят, нет. Ну вы посмотрите, синенькое, ну такое же хорошенькое. Понимаете? То есть давайте человеку то платье, тот цвет, который ему надо. Выявляйте проблемы клиента, задавайте вопросы и попытайтесь решить с помощью вашего предложения эту проблему. Третье. Расширять зону комфорта. Это то, о чем я говорила. Делать вещи, которые, например, как тебе кажется, они доставляют тебе дискомфорт, но если ты не начнешь их делать, да, причем еще с кайфом надо это делать, с удовольствием, то ты остановишься на одном месте, не будешь расти. Потихоньку, понемножку, но расширять эту зону комфорта. Мы проходили много тренингов на эту тему. Это действительно так, что из-за того, что мы ограничены в своих видениях, в своем мышлении, мы не хотим идти туда, где нам немножечко будет дискомфортно, мы остаемся на одном уровне. Расширяйте, учитесь этому. И четвертый секрет – повышать квалификацию для решения проблем. Повышайте свою квалификацию, однозначно всегда у вас должно быть все больше и больше моментов для этого. То есть вы должны обучаться постоянно, постоянное обучение, каждый день обучаться, тогда вы будете расти. А вот это несколько секретов, которые мы применяем обязательно, когда мы их стали внедрять, у нас пошел рост. Да? Я еще раз хочу повторить, что тема вебинара, тема нашего прямого эфира от бриллианта до, от директора до ведущего бриллианта за один год от 17 тысяч до 730 тысяч плюс премия. С премией, еще раз, 960 тысяч. И хочу раскрыть вам секретики, да, как мы это сделали. Что мы сделали вначале? Мы поняли, что если мы хотим внедрять систему онлайн в интернет, то нам нужно, конечно же, что сделать? Придумать свою собственную школу. И наша первая школа, она была еще не идеальна, конечно, корявенькая, но красивенькая. И для многих это было уже
Хорошо. Все это, конечно, со временем улучшалось, и школа запустилась, начала работать. Это был февраль 2017, да? Школа, в которой мы и наши партнеры показывали свои знания. И эта школа уже начала успешно приводить людей в наш бизнес, помогать привести другим людей в бизнес. И мы начали достигать результатов. И уже на второй ассамблее мы приехали не одни. На первой ассамблее у нас еще не было ни одного партнера. Мы уже приехали с нашей командой, людей было больше. И нас уже поздравляли с закрытым статусом «Золотой директор». И также вручали нам диплом как лучшим рекрутером года. И приз был поездка в Питер, очень крутое путешествие такое. All inclusive, скажем так. Ну, в Питере мы вообще просто кайфанули, было очень классно. Да, вот нам вручали премии, чествовали, было много разных хороших премий. У нас золотые значки со ставочками там различными дарят также. Телефоны, планшеты и так далее. В феврале мы уже поехали в первый круиз на Мальдивы, Шри-Ланка, Гоа, посетили Мумбаи. Это было очень круто. И теперь мы планируем каждый год, конечно, круизы посещать, которые нам дарит компания, и конференции в Европе также. И вот сейчас у меня в команде, у нас в команде есть топовые партнеры. Все это прекраснейшие, красивейшие девушки. Я хочу показать их вот так вот тоже, да, и рассказать немножечко о них. Партнеры, которые пришли в течение полутора лет к нам, да, и благодаря им мы сейчас находимся в открытом статусе премиум бриллиантовый директор. Девушки даже из разных стран, да, есть девушки, три девушки из моего города, кстати, вот кто говорит, что не работает теплый рынок, вот посмотрите, пожалуйста, трое, три лидера. Топ-1 Беларусь, да, Светлана Маспанова. Это люди, которые не только помогают нам расти, но и показывают потрясающие результаты. У них очень мощные команды, у каждой из них. И все они участвовали в создании нашей общей школы, приложили усилия, подарили свои знания. Это я рассказываю про девушек, которые у меня непосредственно в первой линии, да, то есть в глубине у нас очень много директоров сапфировых, золотых, я всех фотографий здесь не выставила, то есть получается, это девушки, которые у нас в первой линии, да, вот таким вот образом. Это люди, которые делают потрясающие результаты. Я их очень всех люблю, каждую по-своему, потому что это чудеснейшие люди. И то, что они творят, это потрясающе. И я очень счастлива, что люди пришли к нам. Практически все они были в других сетевых компаниях, но пришли к нам. Я счастлива. Смотрите, вот у нас есть такой парусник успеха, да, вы видите, что когда человек выходит на самую последнюю ступеньку, бриллиантовый президент, так, меня не слышно, да, никому, я пропала здесь в компьютере. Точно пропала? Пишите, кто-то меня хоть слышит, хоть кто-то. Вот Таня слышно. Это, наверное, у вас там что-то. Парусник успеха, да, когда мы станем бриллиантовыми президентами, то мы получим 1 000 000 евро премии. До этого тоже суммарно почти 1500 евро премии получает человек, который идет по лестнице успеха. И вот смотрите, мы уже в паруснике успеха,
на третьей ступеньке. Сейчас покажу его. Сейчас я его покажу. Вот, смотрите, наш парусничек успеха. И вот мы сейчас... Ну что, камера залапана. Сейчас, подождите секунду. Я ее протру. Наверное, да. Премиум бриллиантовые директора. Да, вот мы в открытом звании. То скоро 9000 евро мы получим. И дальше, дальше, дальше. В планах получить 8 миллион евро, да, как вы понимаете. И это будет. И это то, чего достоин каждый из вас. Да, но надо только постараться. Только постараться и сделать такой результат. У кого есть в планах из вас получить этот миллион евро и через сколько лет? Напишите, пожалуйста. Только честно, надеюсь, уже все поставили себе такой момент. А я пока расскажу, что для нас сетевой бизнес в итоге оказался не бизнесом, не нишей, а стилем жизни. И вот когда вы поймете, что сетевой для вас это стиль жизни, это кайф, это удовольствие, то у вас все пойдет так, как вы задумали. Не нужно думать о том, что я вот, ой, как же мне сегодня надо встать, опять мне что-то надо там кого-то там рекрутировать, страничку оформлять, какой кошмар. Я бы лучше сериал посмотрела. Меняйте свое мышление. Получайте кайф от того, что вы развиваетесь, от того, что изучаете новое. Тем более у нас такая интересная школа, в которой можно это все изучать. И немножечко расскажу. Вот наш проект Freedom Style, который мы запустили, обновленный проект в июле. Это супер школа обучающая. Все, кто приходят из других компаний, говорят, что они там много того, что здесь в этой школе есть, они о таком даже никогда не слышали, никогда о том, чтобы прорабатывать со спонсорами, даже нет и речи. Вот. И вы знаете, это действительно так. Почему? Потому что эту школу разрабатывали, как я уже говорила, несколько очень мощных лидеров, у которых есть опыт в нескольких компаниях, которые проходили платные тренинги, обучение, и которые на своем опыте сделали крутые результаты. Конечно, нужно учиться у тех, кто сделал результаты. Вот мы командно сделали вот такой проект. Я вам хочу сказать, что в моей структуре это уже третий проект. Есть еще девочки, которые сделали свои собственные проекты, и они очень успешно работают и развиваются. Поэтому, ну, сказать, что мои партнеры – это чудесные люди, это не сказать ничего, это огромные специалисты. И ты тоже можешь стать таким же специалистом, если очень-очень захочешь. Вот я тут читаю «Бриллиант за 2 года». Бриллиант за год. Отличные результаты. За год бриллиант сделать вообще реально. Вот вообще очень-очень реально. И ведущий реально. Поэтому ставьте себе большие планы и поставьте себе план обязательно, когда вы станете все-таки бриллиантовыми президентами в нашей компании. Очень рекомендую. Рекрутеры и топ-1 по итогам июня. Мы, кстати, стали топ-1 в декабре прошлого года и держимся уже 8 месяцев на этом уровне. Да? Это я хвастаюсь, конечно, но почему бы и нет. И рекрутеры номер 1 2018. Также мы недавно получили автомобиль от компании. Очень классный, мы его очень хотели, выбирали между несколькими марками. В нашей компании можно выбрать любую марку авто. И мы выбрали вот эту вот красавицу с панорамной крышей, полностью вся автоматизирована, самой последней комплекции. Это Kia Sportage, новая из салончика. И вот это еще один подарок от компании. В планах у нас через год уже вступать в квартирную программу. Квартира за 7 миллионов мы хотим брать полностью с ремонтом уже, ну, в новую квартиру или дом, еще не знаю. В общем, компании все равно, что вы берете. Главное, чтобы вы взяли
в ипотеку можете купить, но компания вам будет с процентом ипотеки все это оплачивать. Это вообще это очень крутые условия. То есть обязательно будет у нас квартира еще. Также в сентябре мы заработали 2 путевки в Испанию на жемчужную конференцию. В очень крутой курорт на берегу моря. Все включено, кроме обедов. Там завтраки и ужины. Включены экскурсии по разным там местам классным Испании. В общем, им очень много наших людей, наших партнеров уже тоже туда едут. Также уже в кармане у нас 2 путевки на бриллиантовый вояж. Это вояж, это круиз. Шикарный. Сингапур, Таиланд, Малайзия на крутейшем итальянском лайнере. Системой все включено. Полностью билеты на самолет, все это проплачивается. В общем, круиз очень крутой. Сейчас, кстати, новые условия для новичков. Каждый может выполнить за осень и поехать туда бесплатно. Советую присоединиться и прочитать на сайте условия. И вот наши достижения по итогам августа. Посмотрите, 20 лучших, да? На первом месте мы, на третьем месте Кинджи Кей, девушка, которая пришла в марте. И сделала крутой результат. Она уже на третьем месте в десятке лучших и открыла уровень сапфирового директора. Это вообще супер. Сандугаш Садыкова на 7-м месте, тоже девочка, которая пришла не так давно и показала вот такие супер результаты. Смирнова Елена и Владимир – это наши очень крутые партнеры. У них команда шикарная, очень грамотная. Мамочка молоденькая в декрете. И декрета не вышла, и не выйдет. Маспанова Светлана – это топ-1 Беларусь. Она тоже творит чудеса. К ней притягиваются люди как на магнит. И она всегда показывает крутые результаты. Едет в Испанию, в круиз. Лютая Анна Шевченко – Рима. Они в одной команде тоже девчонки, которые открывали уже много бюро. Они уже в открытых званиях «Золото». Девчонки молодцы вообще, такие активные, тоже онлайн круто очень работают. Поэтому вот в двадцаточке лучших, да, у нас много наших людей. Посмотрите, новые вице-директора августа. Из 14 человек во всей компании, да, новых вице-директоров, наших, посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 человек из 14. Круто же? Круто! Представьте, Кенже для Казахстана топ-1, мне подсказывают. Да, это однозначно, она вообще топовый человек сейчас в Казахстане. Мы восхищены, как она, что она творит. Два новых директора в августе. Казалось бы, такой плохой месяц, да, для бизнеса. Очень круто все было в августе. У нас компания постоянно дает какие-то акции, вот сейчас на круиз для новичков. На лето давали акции с айфонами. Посмотрите, сколько людей получило айфоны. Кинджи Кей, iPhone X, iPhone 8 и 3 айфона 6. Кинджи, куда ты денешь эти айфоны? А, ну да, всей семье. Всей семье. Каждому ребенку по айфону. Круто же, да? Пришел, и за 4 месяца у тебя еще куча айфонов. Вообще, я в шоке. Сандугаш, 2 айфона 8 и айфон 6 выбрала. Тоже для всех членов семьи, я думаю, может совсем маленьким детишкам не достанется. Коваленко Елена, ну это мы в этот раз обошлись иксом, да. Меметова Эльзара, iPhone X, Асимова Фируза, iPhone 8, Дербасова Елена, Зубенко Екатерина, Лазутина Клавдия, Лютая Анна, 6, Шевченко Рима, Ангиша Игрим, 6. Вот наши девочки получат айфончики. Да, и также у нас много партнеров, которые лучшие в программах «Новая звезда». Это программа для бюро, для новых. И «Лето с BOC», топ-10 лидеров. Пятерку первых приглашаю бесплатно на ассамблею. И, естественно, в пятерке первых наших Кенджи Кей и Сандугаш. Молодцы, девчонки. И
Итак, в принципе, мы рассказали историю очень кратко. Да, как получилось? Все просто. Вы начинаете понимать, что такое сетевой маркетинг и как в нем надо себя вести. Второе. Вы понимаете, что нужно вашему партнеру, вашему клиенту, которого вы приглашаете в бизнес. Третье. Вы постоянно развиваетесь, ищете новые методики. Все схватываете, используете онлайн-школу. И четвертое. Вы забываете слово «не хочу» и «мне некомфортно», и выходите из зоны комфорта. Ну и пятое. Просто любите людей. Старайтесь думать о том, что нужно сделать, чтобы человеку было хорошо. Вот не тебе в первую очередь, да, а когда приходит к тебе человек, чем ты ему можешь помочь? Что ты можешь для него сделать? Понимаете, если ты поможешь этому человеку, и он будет счастлив, скажет тебе спасибо большое за то, что ты мне в свое время помог, и я сейчас на таком уровне, да, я всего этого достиг, я счастлив, мои дети счастливы, то тебя это зарядит так, что ты будешь прыгать от счастья, и все болезни проходят сразу, все проходит. Ну, я лично стала светиться от счастья, когда у моих людей стали происходить успехи. И поэтому живите не для себя в первую очередь. Вам это все вернется, поверьте. Живите для людей, делайте счастливыми людей, но не делайте за них. Вот это еще один момент. Нам иногда кажется, что мы, если будем делать за людей, мы сделаем их счастливыми. Нет, это неправда. Это называется медвежья услуга. Вы давайте инструменты показывайте. Вот смотри, можно сделать вот так, вот так и вот так. Вот на тебе инструмент, на тебе школу, на тебе мои знания. Но он сам должен сделать это. Он должен стать лидером самостоятельно, чтобы самого себя уважать и сказать, да я сам это сделал, да, с помощью наставников. Но я сделал это сам. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова на них ответить, потому что уже, наверное, 20:35. Я, наверное, много сегодня уже сказала. Но я готова с вами быть до утра, конечно. Я очень люблю делиться своими методиками, очень люблю делиться своими знаниями. Готовы это делать постоянно, что я и делаю в течение дня, потому что бизнес – это жизнь, это моя жизнь. Я хочу, чтобы ваш бизнес стал вашей жизнью. Не просто надо делать, а люблю делать. Тогда все будет хорошо. Какие же дневные действия выполняли в начале пути? Первое – обязательно обучаться. Один вебинар в день. Минимум. Ну, честно, я смотрела по 3 вебинара. Я, так как у нас все-таки компания продуктовая, я смотрела обязательно каждый день по одному вебинару о продукции и минимум один вебинар по бизнесу тех людей, которые достигали каких-то результатов. Второе, обязательно прорабатывать свои команды. Третье, делать действия, которые дает спонсор, да, и говорит, сегодня ты должен сделать тот и тот. И не ложилась спать, пока это не делала. Ну и работала в кайф, да, то есть я получала от этого удовольствие. И параллельно обязательно занималась собой, своей семьей и отдыхала. Это обязательно. А как получается с мужем? А что это? Знаете, мы просто распределили те моменты, которые у каждого получаются здесь лучше и приносят больше удовольствия. Мой муж является экспертом в области продвижения онлайн, ему это нравится, он это изучает, он этому обучается. И он в основном работает в этом направлении. Хотя он работает и с партнерами, он умеет это делать. А я очень люблю работать с партнерами, я очень люблю говорить, я очень люблю давать советы, психологические моменты. Вот такое вот все люблю. И мы как бы вот делим, да? Но и муж понимает мой, что этот бизнес, он высокодоходный, да, потому что получает деньги. Вот. Поэтому это же бизнес для всех.
Просто каждому это должно приносить удовольствие, каждый должен найти свою нишу и свою методику, да, что именно он будет здесь конкретно делать. То есть распределять, как в любой команде, партнеры должны распределить обязанности. И каждый делает то, что у него получается лучше. Вот и все. Поэтому абсолютно вы все можете привлечь своих мужчин со временем, да, к этому бизнесу, и тогда вам будет еще лучше, интереснее и легче. Но, опять же, это все очень индивидуально, да. В некоторых семьях, наоборот, некомфортно работать вместе, и к этому надо тоже прийти, наверное. Ролик, да, есть у меня на канале, я его скину вам сегодня в чат. Вот. Семейный контракт у нас есть в компании, да, такая услуга, семейный контракт. Для чего он нужен? Для того, чтобы вы числились на одном номере как пара семейная, да, можно добавить любого человека близкого. Это могут быть братья и сестры, дети или родители, или мужа. И в круизы вы будете ездить вместе, на двоих можно выигрывать, не выигрывать, а получать от компании такой подарок. На ассамблеях, то есть везде вы будете вместе. Вот в этом плюс семейного контракта. Также можно иметь одно ИП, на которое будет перечисление, неважно чье. Вот так. Муж хочет присоединиться, отлично. Это вообще шикарно, потому что заявление пишется в компании, да. В общем, если вопросов больше нет, да, я всем желаю прекрасного вечера, я всем желаю достичь не только того уровня, который достигли мы, а достичь самого высочайшего уровня в самые кратчайшие сроки. Я верю в каждого из вас, я знаю, что каждый человек может, и желаю вам успехов во всем. Люблю, целую, кто еще не в нашей команде, присоединяйтесь, конечно же. Пока-пока!